Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Ребята, это глава побег. Док, ты держись, братан. Стой пока здесь, и ты, пацан, стой здесь, я буду разбираться с ними. А где янтарь взялся, откуда? Сейчас звякнул. Так, а как мне, ну я пробегу дальше, чё? Я залезу наверх, нет? Нет. Ага. Все рушится, но мне надо бежать. И, наверное, мне надо с другой стороны где-то подойти к ним. Могу разрушить часы, да? Что еще? Я такой маленький совсем. Надо что-то сделать. Опа. Опачки. Они и так все рушат. Моих усилий тут не надо. Ящик могу сломать. Пылесос могу сломать. А вот это уже хорошо. Я подрасту чуть-чуть тогда. Реликты, потому что помогают мне, ребята, расти. Я вам напоминаю, что я супер крутой NEC, который растет, если собирает кучу реликтов, которые прицепляются к нему. Есть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я маленький, не трогайте меня. Да капец, как так-то, а? Я столько пробежал, а толку? Ну ладно, янтаря зато взял. Вот янтарь, кстати, в лампе вот в этой или в чем там был. Тихо. Что-то какие-то ребята вообще. Слишком дерзкие, надо быстро идти. Хорошо, я восстановился. А, я знаю, что сделаю я. Что сделаю я. Мне главное пробежать вот здесь. Сейчас я здесь восстановлюсь, а там я использую суперудар. Суперудар мне в помощь. Идемте. Янтаря. Вот, янтаря на два суперудара набрали. Сколько здесь янтаря много, а? Это как светильники считаются. Ну-ка, суперудар. Бам! И все, положили всех сразу. Это кто такой еще едет? Тихо, тихо, тихо. Да как так-то, а? Бам, на, получи. Вот, ребята, пока вы там стояли, я тут со всеми разобрался. Идем дальше. Восстанавливаем жизни. Да как с ним бороться-то, я не понял. Надо что делать-то, чтобы он не подлетал? Наверное, так и задумано, что тут по-другому не пройти, да? Пылесос, пылесос, бьем! Ай-яй-яй, прыгаю! Мне надо пробежать туда, быстрее, быстрее, не трогайте меня. Еще энергии надо. Да хорош, как так, это самонаводящееся прилетело. Ребятки, не надо стрелять так сильно. Побежали. Ой-ой-ой-ой-ой, все, я знаю, что будем делать. Янтарь нам в помощь, суперудар, поехали. Ба-бамс, двоих сразу вынесли. Нет, нет, еще этот жив. Увернуться и на него налететь. Расправлюсь легко с тобой, понял? Хоть я и маленький. Зато удаленький. Пошли, быстрее. Жизни. А как бы мне вырасти-то еще побольше-то? Я люблю, когда я здоровый. NEC, подожди! Это охранные лазеры. Смотри, вон там оружие. Коснемся лучей, нас поджарит. Что предлагаешь? Но другого выхода нет. Нельзя оставаться здесь. Идем. Ну пошли. А что нам лазеры-то? Ладно, пусть лазеры там, мы здесь обойдем. Так, этого убрали.
Ну а к этому просто ближе надо подойти, и все хорошо, давай. Отдай пушку. Ой, вот этого я не люблю. Можно супер удар использовать. Ай. Чуть-чуть поджарили меня. Ладно, идем дальше. А, кстати, где тут секретки? Мы что-то про секретки-то забыли. Здесь по-любому какие-то стены ломаются. Знать бы какие. Ладно, разберемся. Давай быстрее наверх. Ну-ка сюда сбегаем. Вот это хорошо, пылесос. Здесь есть детали, реликты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас? Быстрее, 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 бежим. Да бегу, бегу, давайте, вы что так быстро-то убежали? Подождите меня. Дальше куда? Все, они за нами не бегут. О, сколько янтаря, нормально. Супер удар сейчас восстановится. Да как так-то, а? Не успел выскочить, уже сразу получил. На! Ну все, с тобой я сейчас расправлюсь. На! Разочек ударить, и все, и нормально, он отлетает сразу. Дальше куда? Ох, сколько вас опять. Ай, куда? Не надо по мне стрелять. А если я к тебе заберусь, слышь? Паренек. Ну и все, вот и закончилась твоя история. И что, с вами еще поразбираемся? Опачки, надо отбежать быстрей. Да как так? Слишком много вас трое на одного, нечестно. Почему? Здесь же один вроде был всего. Ну давай, надо мне где-то жизни надыбать, потому что мало. Они меня очень сильно подстрелили здесь. Янтарь это, конечно, хорошо, но вот тут их двое. Мы в тот раз разобрался я нормально с ними. Ну, в принципе, с этими не сложно. Вот этот парень отлетает сразу. Янтаря бы побольше, я бы сейчас им супер зарубил. Так, ушел от них. Есть, этому втащил. Попал. Все, хорошо, теперь вот этот стрелок остался только один. Ну, от ракет я, в принципе, умею уворачиваться, так что, я думаю, проходится это легко. Давай, надо жизней. Янтарь, отлично. Сейчас супер восстановился, можно еще кому-нибудь применить. Ну, ребят, наверное, вам, а чё? Ай, надо было не нам, не вам, а вот этим надо было. Которых я не люблю. Электрические штуки. Ну-ка иди сюда, куда ты пошел? Во, нормально, раскидал. И ту, и другую. Повезло, повезло, давай, дальше идем. Так, ребята, док. Ой, сколько вас? Сколько вас таких бродит здесь вообще? Подпрыгнуть. Надо вовремя, главное, подпрыгнуть, увернуться от него. Он мне попал, прикинь. Ну все, держи. Пушка отлетела просто. Так, а вот здесь вот секретка, наверное. Вот, нет? А там сундук стоит, как попасть? Откройте. Как открыть? Что нажать, как открыть? Ну-ка, кто-нибудь знает, как открыть? Может, какую-нибудь плитку нажать надо, а?
Ну открывайся. Ну как быть-то? Как открыть? Я хочу сундук забрать. Если я уйду дальше, все, он пропадет. А, вот рычаг. Ну-ка, наверное, рычаг открывает. Давай. Точно, пошли. Сундучок. Сейчас посмотрим, что в нем. А, сейчас какая-нибудь штука для коллекции для нашей. Деталь расширения времени. У нас уже это вторая, прикинь. А, третья уже даже. Третья, отлично. Насобираем сейчас их много. Но если мы здесь открыли ворота, а куда теперь дальше идти? С балкона прыгать? Вон вертолет внизу. Самолет, то есть. Все, полетели. К новым приключениям, ребята. Бери самый мы свалили. Самолет и догони их. А ведь он купился на старый трюк с радиоуправлением. Так, пора узнать, зачем Виктору эти реликты. Осталось придумать, как пройти мимо лазеров. Доктор, а как же наша миссия? Нам не нужно вернуться к дяде Райдеру. Лукас, хватит уже. Райдер делает все возможное на данный момент. А нам нужно миновать охранные лазеры. Есть идеи? Да. Я кое-что придумал. Ну? Эй, Нек, видишь тех роботов? Они используют кристаллы в своих прожекторах. Давайте мы разломаем штук 20. И как же это нам поможет? Мне будет проще вам показать. Сейчас вернемся. Давай, показывай. Но это будет, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, ребята. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Всем счастливо, всем пока.